Одно дело – дороги общего пользования, другое – внедорожные условия. Здесь мы двигаемся по естественным внедорожным условиям. Можно обратить внимание на составляющие комфорта, на то, как автомобиль двигается в естественных условиях. Вот тут-то можно определить возможности автомобиля, который должен легко преодолевать препятствия на подготовленной трассе. Забраться на высокую гору и совершить крутой спуск японский внедорожник может без труда. Поклонники известной марки получили уникальную возможность протестировать автомобиль в естественных сложных условиях бездорожья. При боковом уклоне Toyota также показывает надежность и устойчивость. Участники тест-драйва опробовали 6 моделей внедорожников и смогли сами оценить возможности автомобиля, одна из которых – высокая проходимость. Трасса интересная, машина чувствует себя просто великолепно. Я любитель больших машин, и, может быть, именно сейчас, пока к этой машине мы не будем присматриваться, но машина прям впечатлила. Участники управляли автомобилями под руководством профессиональных инструкторов спортсменов команды Pilot GT, которые обеспечивали безопасность тест-драйва и делились опытом в управлении автомобилем. Область управления автомобилем очень важна, потому как это повышает нашу безопасность и снижает риски на дорогах общего пользования. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы повысить этот уровень участников. Они благодарят нас своими эмоциями, ощущениями, обязательно делятся после тестовой поездки. Эта обратная связь, она очень приятна. Кто-то что-то отмечает новое, интересное, делится своими впечатлениями. И это, наверное, самая большая благодарность от проделанной работы. Помимо самого тест-драйва, участники познакомились с модельным рядом автомобилей и узнали подробности их приобретения в Toyota Center Sochi. На свежем воздухе можно было выпить горячий чай с самовара со свежей выпечкой и вкусно пообедать. А маленькие гости тест-драйва вдоволь повеселились с приглашенным аниматором. Елена Всецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.